Постельное белье «Гобелен» появляется на ваших экранах. Комплект уникальный совершенно. Комплект является бестселлером телеканала «Шоп-н-шоу». Это не простое постельное белье. Это постельное белье от нашего дизайнера, от нашей русской компании, которая получила призы за постельное белье «Гобелен». Это настоящая легенда. «Гобелен». Скажу вам правду, даже сотрудники телеканала «Шоп-н-шоу» стоят за ним в очереди. Я не знаю, успеете вы или нет, но я бы этого очень хотела. Потому что такие статусные комплекты хотя бы раз должны оказаться в каждой спальне. И когда они становятся настолько доступными, это как будто мечта сбывается наяву. 1999 рублей полутораспальный вариант. Юля, у нас есть двухспальный и евро плюс два редких размера. Да, плюс два редких размера. Королевскому белью хорошую царскую комплектацию. Размерная линейка расширена. Есть комплект семейный с двумя пододеяльниками. Каждый размера полутораспального. И двухспальный размер с большой увеличенной евро простыней. Но это еще не все. Комплект непростой. Я обещала, будет секрет. Я его раскрывать хочу прямо сейчас. Ариночка, давай. Пойдем на краешек. Это комплект непростой, а пододеяльник у нас зима-лето называется. То есть комплект, всесезонный комплект, который вы сможете использовать круглый год. А секрет – подстежечки. На молнии наш пододеяльник, смотрите, и здесь подстежка из хлопка. То есть есть прослоечка, которая позволяет вам постельное белье «Гобелен» использовать, вот пододеяльник, как легкое летнее одеяло, не погружая туда толстого одеяла. То есть самостоятельно является и покрывалом, и одеялом. О, это прям для меня. Вот я под обычными пододеяльниками спать не могу, они для меня слишком тонкие. Летом хочется все-таки, чтобы, да, какая-то ощущалась весомость. А здесь, смотрите, вот она, прослоечка, то есть удобно. Замена. Плюс хлопок. Юль, а ты, кстати, говоришь, что хлопок один из лучших материалов для спальни. Да. А в чем его преимущество? Вот почему хорошо, особенно в жаркое время, спать на хлопке? Ты знаешь, три самых главных таких ударных момента могу назвать. Давай, раз, за что люблю хлопок. Это за то, что кожа дышит, вам не будет жарко. За то, что он гигроскопичный, то есть влагу хорошо впитывает и тут же ее испаряет. Свойство очень важное для жаркого сезона, согласен. И, конечно же, экологичность хлопка, его гипоаллергенность. Это в первую очередь. Комплект вообще для любого возраста, для любых людей. Даже, может быть, у кого-то астма, не дай бог. У кого-то аллергия, хлопок – идеальная ткань для сна. А у нас еще и стежка есть. То есть у нас, да, не только подклад, а еще стежка. Вот стежка как раз наполнитель и держит, да, хлопок? Да, совершенно верно. Вот хлопковая подстежечка, которая обеспечивает нам вот эту самую прослойку, чтобы было полноценное одеялко, она простегана специальной текстурированной нитью. Причем такой мелкосегмент. Здесь у нас есть момент, мелкосегментная стежка, для того, чтобы буграми не пошло наше покрывало. Вот можно совершенно спокойно гобелен использовать как полноценное покрывало. Я, например, так и делаю, у меня есть подобный комплект. Наш поставщик шьет по ГОСТу, я это очень ценю как эксперт, потому что этого мало кто сейчас делает. Это гарантия точно сохранности и долговечности постельного белья. Вот достаточно просто вот даже посмотреть на краевой шов у нашей наволочки, уже мы видим безупречную совершенно обработку, не грубая, то есть такой двойной бельевой шов, все правильно очень сделано. Стежочек вот так вот в сантиметре, три стежечки, все соблюдено, я вот просто знаю вот эти все нормы. Посмотрите, ну то есть это просто идеально. Говорит о том, что стираем эту бясть, ну я сейчас скажу сколько, 500, это тоже, это минимум норма. А стираем 500 циклов стирки и без потери качества. Слушай, ну стираем там раз в неделю, то есть это где-то на 7-8 лет На 7-8 лет приблизительно, да, если вот такой расчет мы берем. Да. То есть это если каждую неделю стирать, вы представляете, если, допустим, вы будете этим комплектом пользоваться два раза в месяц, менять, да? То есть на сколько лет вперед мы обеспечивали себя королевской спальней? Неудивительно, что они так разлетаются и просто упорхают, как бабочки, в счастливые новые обновленные спальни. И многие уже последовали моему совету и берут наш постельный комплект «Гобелен» вместе с покрывалом «Королевской лилии». Юль, только один вопрос. Все-таки хлопок, а яркие краски, он вот вымываться при стирке не будет? Нет, стираем даже при температуре 60 градусов. Бясть класса еврокомфорта. Совершенно спокойно выдерживает температуру 60 градусов. Вооружилась утюжочком, чтобы доказать вам... Тихо. Есть. Все, работает. Чтобы доказать вам, что действительно здесь хлопок, потому что и принт яркий, и мало ли что, я могу говорить, что ГОСТ, а я хочу, чтобы вы еще и видели, да, что это действительно так. Разгоряченный утюг поставила на яркий принт и поднимаем. Была бы синтетика, конечно, бы все бы прикипело, это понятно, мы все прижигали любимые блузки, и все знаем, что такое синтетика, когда она прилипает к разгоряченному утюгу. Здесь вы будете точно уверены, что на гобелене вы будете спать с комфортом, на натуральном хлопке. И еще, внимание, Ариша, еще раз
да, это не простой комплект, это комплект зима-лето со стеганым пододеяльником, с теплой прослоечкой, хлопковой, что позволяет вам использовать и как покрывало, и как легкое летнее одеяло. Здесь молния и подстежка. Еще раз показываю просто самый главный момент. Это зима-лето, это на круглый год комплект. И это на много-много лет вперед, потому что красота «Блок О» на телеканале Шоп-н-Шоу идет с качеством. Постельное белье «Гобелен» — это легенда даже среди сотрудников. А вы уже создали королевский образ в своей спальне? А вы уже добавили в свою коллекцию постельного белья эксклюзив от телеканала Шоп-н-Шоу. Постельное белье от лучшего российского производителя. Победа была у нашего поставщика за «Гобелен», потому что это натуральный хлопок, это швы по ГОСТу, это ваша эксклюзивная спальня, это комплект зима-лето, многофункциональный пододеяльник и покрывало, и легкое летнее одеяло. Мы спим с вами каждый день. И треть жизни проводим в постели. Так давайте сделаем для себя подарок, чтобы наши ощущения были на высоте.